Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы знаете, на канале Джека Фрост, это просто Джек Фрост. Всем здравствуйте, это GTA San Andreas. Азер Модон. Да, мы ответим. Okay, I'm gonna see what I can dig up. И там Азер Модон на лице дорогу. По одному стриму, где сказал, что Феникс очень похож. На рыцарь дорог и оказалось, что это действительно прототип. Ну вот так вот. Бывает. Давайте заглянем. Внутрь. Вот. Кнопки указания тоже. Действительно, компьютер здесь был установлен. Вот. Слева, по левую руку. Здесь скорости. И наоборот, соответственно. А, нет, по правую руку. Хотя тут, наверное, скорее всего, дублируется, я точно не помню. Но... Можно? Короче, вот так вот. Да что ты делаешь, ты недоклад? Так, все за нами тоже. Да нет,
понятно. Идиот, приехал, еще на руки. Кстати, по цветовой гамме тут разные бывают. Чего два рыцаря теперь здесь? За рисками все равно главное. Карты. Так, придется вот так вот ехать. Thank you.
становится везде скриптовый. Даже оставил звук видом первого лица, например. Там уже будет клеить скрипты. Это все, с вами уже просто. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.